Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Zotop Gamer, и я Димон. И сегодня я вам покажу новую игру, которую я недавно совсем установил на свой телефон. Эта игра называется Hide Online. Она довольно прикольная, и сейчас я вам расскажу об особенностях этой игры. Погнали! Но пока игра будет запускаться, поставьте лайк под это видео, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Целую следующую неделю они будут выходить каждодневно. Наверное, вы уже посмотрели стримы, сейчас вы уже, наверное, нагляделись этого Ютуба, но все равно я буду радовать вас параллельно стримам еще роликами. И вот, собственно, что это, как выглядит главное меню. Здесь мы можем получать вот эти вот энергии. 10 штук стоит 50 монет, а 100 монет стоит 99 рублей, это не важно. Их также можно получить за бесплатную рекламу. О! Нет, не думайте, что это реклама, за которую мне платят. Нет, это просто внутри игровая. Я себе сделал ник подписчик. Ну, просто мне нравится такой ник, я хочу. Ведь у меня же в... Free Fire у меня же был ник непонятно 123, потому что Zotop Gamer был занят. Но здесь он, здесь, по-моему, я не знаю, я не проверял, сразу себе сделал ник подписчик. Ну вот и все. Вот так вот получается бесплатная одна жизнь. Реклама доступна не всегда. Вот так вот нажимаю на вот сюда. И меняюсь, портрет нельзя сменить, это еще не добавили, но никнейм можно поменять. Вот так это работает, вот так выглядит... рабочий стол этой игры. Есть настройки всякие, язык, Google Play, управление. Здесь список игр, это сервера, на которых вы можете играть. Но вы можете просто нажать «Играть» в нижнем углу экрана, и вам подберется любой сервер автоматически. А сейчас мы приступаем к самой битве. Ну, тут мы с собой понимаем то, что здесь просто... Сейчас мы следим за битвой других, только потом в конце времени мы присоединимся к этой битве. Ну, можно так сказать, возродиться и потратить вот эту бесплатную, вот эти вот жизни. А вот эти вот свинюшки, один штучек, это если вы находитесь около охотника, если вы нажмете, то тогда этот охотник превратится в свинюшку или какого-нибудь животного, и вы сможете в это время убежать. Так, мы ждем 2 минуты, пока у них закончится батл, и мы будем уже играть за охотников, либо же за предмет. В этом ролике этот ролик будет довольно короткий, я просто покажу один батл, как играть за охотника, и один батл, как играют за жертву. Итак, погнали. Ну, если, конечно, я быстро сдохну за жертву, тогда две жертвы. Ну, так, чтобы минут 10-15 был видеоролик недолгий. Так, здесь у нас пусто, мы следим за следующим чувачком. Так, совершенно ненужная граната. Биг Дог возродился. Покинул игру Реборн Пиза. Вот так вот обыскивают разных вещей охотники. Если мы нажимаем в правую или же в левую часть экрана, мы переключаемся на места, где находятся те самые герои. Какой-либо из людей. Вот так вот. Вправо сейчас нажимаю, влево. Ну, это 2 человека осталось живых. Так что это суть не меняет. Итак, так, заканчивается раунд. Осталось 50 секунд. Вот. Каждые секунд 15. Если вы играете за жертву, жертва обязательно издаст вот эту вот мелодию. И она, эта мелодия даже будет длиться секунд 10-15. И пока эта мелодия есть, вам будет намного сложнее спрятаться, а вас могут намного быстрее спалить. Ну, это, наверное, уже понятно. Он кидает, зачем играет. В той комнате, ты что, не понял? Так, он распознал. Давай, пошел. Так, это борется со стаканчиком. Предметы победили. Но охотники не успели их убить, поэтому предметы победили. Итак, мы будем сейчас предметиком. У нас стаканчик. Сейчас у нас есть стаканчик. Так, я хочу уйти из кухоньки. Вот так вот.
Я не думаю, что это хорошая идея. Вы дебилы! Все у меня! Вот видите, 7, 6, 5, 4, сейчас музыка будет звенеть. Вот так мы бегаем и прячемся. Так, вот иногда у меня залипает эта кнопочка. Не могу нормально спрятаться. Не, это будет палевно. Если мы здесь возьмем гамбургер... No! Меня спалили! No! 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 К сожалению, меня поймали. Ничего страшного. Вот так это работает. Ну, здесь опять реклама, она здесь постоянно лезет. Вот так работает, собственно, режим прятания. А теперь давайте сейчас через одну минуту затянем режим охотника. Итак, я специально поставлю на паузу, чтобы не тянуть сам ролик. Погнали! Почему-то экран я решила опять определить в жертвы. Мне кажется, меня спалит. Ну вот. Я успел убежать, меня не спалил он. Вот эта вот курочка, это как раз, чтобы превратить в... Беги! Спалили? Нет! Ха! Вот так вот. Я еще раз. Ха-ха! Определили меня в предметы. Но сейчас я уже наконец-то... Сейчас я вам покажу, как играть за охотника. Вот у охотника, это самый свинюшки, это граната, это, соответственно, чтобы большую область сразу хватывать. Ну, то есть взрывать и сразу ранить этот самый предмет. Так, что у нас тут подозрительное? У нас тут пока что ничего подозрительного. Здесь можно спрятаться абсолютно везде, в любом месте. Раньше был бак с текстурами, можно было туда на крышу и сверх карты бегать. Но сейчас эту фишку... удалили в обновление. Ой, троих сразу! Вот это было жестко. Эта штучка сейчас очень сильно помогла ему. Троих людей сразу заморозить. Ну как еще сказать правильно? Давай же беги уж назад. Давай унитаз, 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 дикобраз. Минус один. Так, он какой-то прыгнул, превратился, я это видел. Стан. Стакан спиздили. Здесь был еще один стакан, один стул. Кто-то был стулом. Так,
минута срыться остается. О! Террорист войн. Где мы вместе убили? Засчитали как двойное убийство. Так, чувачочек, маньячочек. Здесь есть множество локаций. Одна из них это склад, в котором, собственно, сейчас нахожусь. Охотники выиграли, они донесли последнего чувачка. Вот так, собственно, выглядит эта самая игра. В конце двух раундов обозначается лучший игрок. В данном случае это Меркинал В. На этом краткий обзор игры Hyde Online окончен. С вами был канал Gamer, и я Димон. Всем удачи и пока! Давай! Коробочка. Шоп. Ну, как я же сказал, всем пока!